Тысячи работников Лос-Анджелеса вышли на 24-часовую забастовку, заявив о несправедливых условиях труда. Массовые пикеты состоялись возле аэропорта и у городской мэрии. Всего в демонстрациях участвует около 11 тысяч человек. Среди них санитарные работники, спасатели, механики и другие рабочие. Из-за акций протеста в городе прекратили работу некоторые коммунальные службы. В городском информационном колл-центре также предупреждают о возможных задержках в связи.